Привести город в надлежащий вид поручил мэр Сыктывкара Валерий Козлов коммунальщикам столицы. Наведение чистоты и благоустройство территории стали основными темами на общегородской планерке. В преддверии Дня России и Дня города власти вернулись к практике обсуждения работы коммунальщиков с демонстрацией фотографий и последующим отчетом по уборке мусора по проблемным адресам. По ряду управляющих компаний есть проблемы, причем как по несанкционированным свалкам, так и по уборке контейнерных площадок. Начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь рассказал, что у нескольких компаний площадки для бытовых отходов находятся в ненадлежащем состоянии. Переполненные контейнеры, кругом мусор, в том числе крупногабаритный, который явно скопился за продолжительный срок. Эту работу сейчас активизировать. На следующей планерке, Александр Иванович, давайте по несанкционированным свалкам на территории управляющих компаний, значит, что есть сигналы, что чуть ли не с субботника еще у нас не везде вывезено, значит, проедьтесь, посмотрите. И повторюсь, Сергей Васильевич, значит, совместно с жилинспекцией прошу организовать рейдирование. Если не ошибаюсь, у них штрафы там до 300 тысяч рублей. Я думаю, что вот такие, значит, цифры и такие методы, значит, помогут нам ряду компаний прийти в чувство и все-таки эту работу активизировать. Тепловикам и представителям водоканала Валерий Козлов также поставил задачу к празднику привести в порядок как минимум центр столицы и заасфальтировать участки улиц и дорог, которые были разрыты во время ремонтных работ. Мэр напомнил, что графики, по которым перекопанные участки приведут в нормативное состояние, предоставили сами компании, а потому должны держать ответ за взятые на себя обязательства.